Удалось добиться освобождения всего экипажа, задержанного в Ливии судно-механик Чеботарев. Об этом сообщило сегодня руководство Чеченской Республики. Ее глава принял активное участие в переговорах с непризнанными ливийскими властями. Буквально этим утром Рамзан Кадыров общался с премьером так называемого Ливийского национального конгресса, который прибыл в Грозный по приглашению. Туда же, в чеченскую столицу, доставили матроса Павла Магатина. Его отпустили одним из первых. Напомню, в середине сентября самопровозглашенное правительство Ливии задержало российский танкер якобы за контрабанду нефти.